Happy New Year, Happy New Year. Maybe all how we should know and then all the world where every neighbor. Всем привет! Сегодня на завтрак что у Софии? Яичко. Сосиска, ну это полезная сосиска, ну как, качественная, в общем. И огурчики, и чай. Чуть-чуть сладкий делаю, чтобы... Я, конечно, не парюсь по ее весу, но... Она такая худенькая, конечно. Делаю, в общем, сладкий чай. Наша любимая больничка новая. Пока София смотрит ерунду всякую, покажу, что у нас появилось. Я тут пару дней вообще не снимала, да хоть... Показать, что тут у нас. Так, сейчас. О, так, лучше. Слушалка. Это вот, чтобы, да, зубы смотреть. Не знаю, сюда что кладут, когда зубы лечат. Вот эти вот спонжики, вату, как бы. Вот, наверное, это типа скальпеля такого. Это кислород. Можно покажу, да? Ой, спасибо. Это шприц. Он, кстати, открывается. И такие вот, не знаю, для чего они. София сама показывает. Водыши. Угу. Да, спасибо. Спасибо. Пилка также у нас стоит. Мы ее... Ты куда? Что у тебя там? Носочки красивые, да? Кушай, кушай, молодец. Что у нас еще из новенького? Там шкаф закрыт. О. Так. Столько дней не снимать, так. Вот такой планшет я ей купила. Папа выслал деньги и вот пошла купила планшет. Жилетку, жилетку сейчас покажу. Тут, в общем, по-моему, 12 песен, игры здесь. В общем, прикольный такой вот он. Сейчас, что ж такое скачет? Вроде так, потому что... Или потемнее сделать. Мне кажется, так лучше стало. Вам не кажется? Ребят, территория. Вроде так, хорошо. Вот такой вот планшет. Ну, телефон. У нас еще есть планшет, вот, азбукварик. Вот, и такой же телефон, только немножко другие функции исполняет. Ну, не знаю. Как бы особо она им не играет, но будет она им играть, потому что планшетом она тоже сразу не играла. Так, что у нас тут из книг новенького? Не помню, показывала, не показывала. У нас тут этих книг. Вот такая вот новая у нее книжка. «Волк и семеро козлят». Вот этот планшет. Просто у нас лежит немножко алфавит. Классно. Она, кстати, ну, играла им часто. Я думаю, что этим телефоном она тоже будет часто играть, но просто нужно время. Вроде ничего больше. Одну книжку. Куколка у нас новая. По-моему, я показывала в каком-то влоге. Сейчас покажу пуховку. Пуховка висит у нас в шкафу. Ой, сегодня мы должны будем идти на фотосессию. Надеюсь, получится. Вот такая пуховочка. 92-й. Тут подклад. Не знаю, пух, наверное. Ну, в общем, она такая клевенькая. Такая стильная. Мне нравится. О, так лучше. Такая она. Фирма Baby Go, как обычно. Помните? Необычно. У Софии курточка есть такая беленькая. Вот в детском мире, в общем, брала. Такая она. Давайте вот так вот. Вот она будет гулять в Анталии. И не будет у нее спинка продуваться. Потому что там хорошо весной, осенью. Иногда даже зимой, но зимой, наверное, лучше куртку там надеть. Просто надеть теплую кофту и вот такую вот пуховочку. Вообще супер. Я бы сама от такой бы не отказалась, но я не знаю, где такую найти. Вот, у нас тут спит Марсик. Как обычно, постелили, что очень жарко. Чтобы Марсика лучше было видно. Ой, Марсик, прости. И вот тут так вот серый. Марсишка. Тебя тоже давно не показывала. Он такой у нас неласковый. Неласковый-то у нас. Купили две пачки памперсов. Вот, кстати, коробка.
Оно уже сейчас выходить будет. Ой. Вот. И я ее использую для игрушек. Сразу взяли такую. Побольше, короче. Пусть будет для игрушек. Тут у нас игрушки. Я еще в кладовку складываю. Наша новая куколка. И здесь тут постельное белье постирала. Ой, вчера столько дел делала, что хотела вчера влог снять. Еще хочу снять свою зимнюю одежду. Но она у меня снята. Осталось смонтировать и... Ну как? Одежда-то смонтирована. Надо рассказать. Ой, что это тут? А зачем носки снимаешь? Стул так и не стали покупать, потому что, ну, смысл уже скоро... Через полтора месяца летим. Что-то мы не стали покупать в следующий раз. Уже когда прилетим. Да? Турков смотрит. А зачем ты снимаешь? Мама там в носочках. Вон у меня какие ладные носочки. А зачем снимаешь? Давай пока на территорию зайдем. Сейчас покажу. И купили ей поильничек. И вот такой вот поильничек купили. Обычный. Он стоит где-то 600 с чем-то. Что-то как-то так. Что-то мы неправильно поняли. И вот так вот закрываешь. Опа. Классно вообще. С киской. То, что София любит. Так. Ладно, тут моя помощница посудомоечка. Вот за окошком у нас... Ой. Тут что-то, не знаю. Вот такая погодка. Солнышко там где-то светило сегодня, ну такое вот небо. Вот снег, тут на подоконнике тоже снег. То, что такая вот погодка. Я тут как обычно, ну, как темно, надо посветлее делать. Смотрела немножко тоже про развитие, тут хотела еще посмотреть, и София проснулась. Она проснулась в 12 часов, фотосессия у нас 8:30. Поэтому, не знаю, надо собрать стирочку мне, гладить. Я вчера столько погладила, это вообще. Да, София? А земля трикошетила. Да, Софиюшка? Да. Что такое? Ну, мама, там в носках? Давай наденем носки. У нас тут немножко творческий беспорядок. Ладно. Будем еще попозже включусь. Ну, давай я тебе надену. Сегодня уже следующий день. София сидит, играет. Сегодня закончу влог. Не попали мы вчера на фотосессию. В общем, даже про нее и говорить не буду, да? Вот. Я хочу сейчас снять видео про одежду. Надо снять. Масик спит. А за окном у нас. Хорошо, у нас за окошко. Метет. Такая погодка классная. Наверное, не видно, как метет. Птицы полетели, вон там тоже относительно, наверное, видно. Ну, вот там вот метет, видно, видно, как метет. Комарики тут спят, комарики. Спит. Спи, Марсик, спи. Ну, это Софиюшка у нас играет, молодец как. Потому что она вообще редко играет. Это вообще, как это для мам, елей на душу, что ребенок играет. Ну, походу, куда-то они уже встают. Или так отталкивают их, что ли. Ну, так что я буду снимать видео об одежде. Включусь попозже. Я уже, кстати, вам накрасилась. Надеюсь, меня хорошо видно. Убрала все... Пучок, в общем, так накрасила, снимаю макияж, помада и все. И пошла снимать видео. Сзади полотенце висит, извиняюсь. Не убрала косяк. А что ты здесь делаешь? Мы тут готовим, готовлю макарошки. Уже сняла видео. Котлетки. Ням-ням, вот она, ням-ням хочет. Ой, это, ой. Вот сидим здесь. Я тут пила чай. И у нас за окном вообще очень красиво. Нет, вообще. Да, моя хорошая.
Да, а ты упадешь. Вот она у нас, видите? Я сегодня надела так красиво. София, посмотри на меня. Ой, ты красивая какая. Ой, ты красотка. Нет, мама. Это убрали таблетки от нее подальше, но не выключай. Все готовится. Вот так что будем кушать скоро. Наши любимые куриные котлетки и макарошки, да? По-моему, все любят дети макарошки. Нет, надо включить маме, маме. Со светом лучше, да? Так что вот тут так у нас тут потихонечку, да. Всего чего только нет. Ложки, чай, кофе, таблетки, чай. Да, а, ты хочешь? Ладно. Да, оби, все. Пока отключаюсь. Пока готовлю вообще, конечно. Такая буря на улице. Вообще нереально. Класс. Смотрю, Антон плюс Анна, у них прикольно, выстраиваем детскую, так знаете, даже у нас у Софии нет еще комнаты, мы ей не делали, потому что, ой, хоть и живем в доме, где 3 комнаты, даже 4, но там нет отопления, поэтому нет смысла делать детскую, вот, тем более не наш дом, просто, ну, классно, что люди обустраивают, молодцы. Ладно, мы пойдем кушать, вообще. Я думаю, вы знаете этот канал. Вот так. Вот так вот. Антон плюс Анна. Знаете этот канал? Кто не знает, зайдите, посмотрите. У них, конечно, 377 тысяч подписчиков. Классно. Молодцы, ребята. Красота. Ладно, пойду кормить Софию. Потому что тут можно долго снимать. Как такая красота вообще.